Здравствуйте. Меня зовут Виталий Ароновский. Всего за 15 лет нашего третьего тысячелетия наш обитаемый мир уменьшился на 20 с лишним таких государств, как Бельгия, суммарно площадью. Но это мало кто заметил, потому что это как бы норма цивилизации. Пустыни продолжают наступать. Сейчас глобальная скорость этого процесса более 7 квадратных километров в час. И это по самым скромным подсчетам. Хороший тому пример – ранний Египет без Сахары. Пустыню Сахару там позже сделали скотоводы своими кострами и стадами. Примерно так же, как теперь это делают и у нас в Сибири. 2000 лет назад Египет еще оставался главным экспортером зерна в тогдашнем мире. Теперь 96% Египта – это Сахара, а 4% жизни там осталось только у водных границ. И Египет лишь рядовой случай в глобальном шлейфе этой проблемы. Тема огромная и многоликая. Об этом можно говорить бесконечно, но вывод простой. Цивилизация – это жизнь в долг. В долг у наших потомков. Мы проедаем мир наших детей и внуков. У нас ведь нет запасного земного шара. В начале 80-х в моей жизни был повод пристально взглянуть на все это и задуматься, а может ли быть какой-то выход из этого состояния хотя бы в принципе. В идеале это могли бы быть искусственные дожди, там где их катастрофически не хватает. То есть управляемые дожди как регулятор и логический противовес антропогенной стихии огня. Противовес, которого не хватало всю историю владения огнем. Существующие методы продуцирования дождей с помощью реагентов тут не подходят, так как они работают только там, где бывают подходящие для этого облака. В этой связи попытался собрать и обобщить накопленный в мире опыт и его академическое отражение. Понадобились годы, и вот что получилось в принципе. Потенциально это средство могло бы накормить и напоить миллиарды людей. Это могло бы вернуть людям те миллионы квадратных километров жизненного пространства, которые были уничтожены и продолжают уничтожаться цивилизацией. То есть пустыни могли бы вернуться в приемлемые границы. Это могло бы дать экономический эффект в триллионах известных валют. Но и это не главное. Главное то, что это могло бы создать прецедент возникновения принципиально новой экономики. Экономики накопления планетарных биоресурсов для наших потомков. Взамен сегодняшней экономики чистого проедания этих невозобновляемых ресурсов. В США, например, ради получения стакана молока уже сжигают полстакана ископаемого дизельного топлива. И это не самый худший показатель. Теперь, если можно, немного о сути этой инновации. Задача сводилась к поиску ответа, есть ли экологичный способ сделать искусственный дождь, используя только те природные ресурсы, которые всегда есть и на широтах умеренного климата, и в засушливых пустынях. Как теперь известно, все необходимые для этого компоненты там есть, включая воду. Вопрос лишь в том, как именно надо организовать все эти физические составляющие, чтобы в результате мог получиться дождь. К счастью, точные и прикладные науки содержат достаточно инструментов для анализа разных количественных комбинаций этих составляющих, которые могут привести к нужному результату. В этой работе использовались только академические источники и математическое моделирование искусственных атмосферных процессов в условиях разных климатических зон. Результаты этих вычислений привели к выводу, что искусственные дожди возможны и в природе умеренного климата, и в природе аридных пустынь, даже летом, хотя это и выглядит немыслимым на первый взгляд. На решение этой головоломки у меня ушло 7 лет. Еще 7 лет ушло на проверку соответствия этого принципа базовым наукам и затем на его регистрацию в Роспатенте. С тех пор прошло еще 18 лет,
ревизии осмысления доработки ноу-хау. Немного о сути самого изобретения. Это экологичный, хочу подчеркнуть, экологичный способ управления приходящей энергией Солнца для активации необходимых атмосферных процессов, результатом которых и может стать дождь. В разработке этого способа, как уже говорил, использовалось математическое моделирование атмосферных процессов, которые могут быть вызваны перераспределением инсоляции. Эти вычисления были сделаны применительно к атмосферным данным, которые были отмечены метеостанциями в летнее время на российском юге и в Аравийской пустыне. Практически это должна быть масштабная, межотраслевая по своей сути технология. Ее наземная часть может внешне показаться циклопической, но в действительности это легкая сборно-разборная многомодульная конструкция. Назначение средств этого комплекса – временное или длительное применение для получения управляемых дождей в целях восстановления или поддержания биогеоценоза зеленого ландшафта, включая гидрографическую сеть, или для решения иных задач, связанных с потреблением значительного количества воды. Безусловно, для реализации такого проекта потребуется большая работа, но это дает надежду на радикальное преодоление фундаментальных проблем, перед которыми бессильны все известные технологии. Совершенствование этой инновации продолжается. Нынешний ее вариант заметно отличается от запатентованного в 1997 году. Это доработанное решение и дешевле, и технологичнее. Словом, первый шаг на уровне формирования основных принципов сделан. Вторым шагом должны быть не окр и все остальное. Но это возможно только в рамках государственной компетенции.